Сейчас мы находимся в комнате 14-16. Со мной Анастасия Шипилова. Настя, я знаю уже много лет по компании Digis. Она всегда нас поддерживала. Настя, большое спасибо. И сейчас ты находишься в новом статусе в компании Technologica, которую мы тоже очень хорошо знаем. Но поскольку у нас сегодня интервью в новых обстоятельствах, и я слышал, что в вашей компании инициированы какие-то изменения, не могла ли ты бы мне в двух словах описать, что у вас происходит? Да, Миш, я очень рада, на самом деле, продолжить наше сотрудничество и уже в другой компании. Произошли серьезные изменения в Technologica. Основной инвестор сейчас встал у руля, и по факту сменился генеральный директор. И определенные люди, которые занимали ключевые позиции в компании, сейчас уже не работают. И мы скоро удивим рынок, потому что уже есть понимание, кто к нам придет и как мы усилим свою команду. Так что еще сюрприз будет от нас. Я сейчас директор по маркетингу в компании, я закрываю весь маркетинг. Мы продвигать будем бренды несколько иные. То есть мы сейчас смотрим и разрабатываем стратегию долгосрочную, краткосрочную. Очень как-то в наше время загадывать на 2-3 года вперед сложно, но тем не менее мы должны ставить для себя какие-то ориентиры. И вот в данном случае мы точно знаем, что мы пересмотрим портфель брендов, которые у нас есть. К концу года мы бы хотели иметь 20 брендов. И вот в текущей ситуации с тем, что вот компания приобрела за эти 4 года, мы можем сделать основной упор на 3 бренда, которые, собственно, показываем здесь. Это Davis Acoustics, это Myriad усилители и Audio Analog. В общем-то, с ними нет никаких проблем в плане поставок. Они потрясающего качества. И, в общем-то, в текущий момент показываем здесь акустику, вот Davis Acoustics, разные классы. От начального до почти максимального. Основная, наверное, наша цель вот на этой выставке не показать что-то новое. Мы, ну, в Питере, в общем-то, и на других площадках показывали уже данные сетапы, но для Екатеринбурга решили, собственно, их также показать, привести. И да, просто сказать, что у нас все отлично в компании. У нас просто грандиозные планы и амбиции. Вот. И вот в данном случае я, как вот новое лицо, хотела бы об этом заявить. Да, и мы, ну, по факту у нас есть некий склад, с которым мы сейчас живем. Мы размещаем активно заказы новые, уже мы перепозиционируем некоторые вот бренды, в том числе, там, рассматриваем с коллегами. В общем, ждем бренд-менеджеров, нам очень не хватает вот этого усиления в компании, но скоро все будет. То есть я понимаю, что изменения, они еще не закончились. Не закончились, да. А продолжатся в каком направлении? То есть вы будете дополнять персонал, вы будете каким-то образом модифицировать, ну, продвижение, да, я так понимаю, принципы продвижения или как? Ну, принципы продвижения, я думаю, нет. Здесь именно речь про позиционирование брендов, про грамотное и цену, естественно, да, мы должны просто к этому еще как бы раз вернуться. И, ну, в общем, есть определенные вещи, которые, ну, вот нам надо докрутить, переосмыслить и это сделать с новой командой. Сейчас я, по факту, ну, вот единственный такой представитель новой команды, и мы ждем руководителя отдела продаж, мы ждем. Мы, безусловно, будем усиливать и отдел продаж. То, что вот сейчас как у нас есть как бы некоторое количество менеджеров, мы понимаем, этого недостаточно. К нашим амбициям нужны ноги, руки, глаза. Вот. И, собственно, когда придет руководитель, он будет отдел выстраивать под себя. У нас сейчас есть вот 2-3 месяца до новых поставок, которые как раз к сезону придут, чтобы вот эту всю как бы работу проделать. И уже действительно в сезон войти с хорошим продуктом, с хорошей командой, с пониманием, что мы продаем. И, ну, собственно, быть в тройке лучших дистрибьюторов. Почему нет? Не, я думаю, у вас все может получиться, потому что действительно было ощущение, что изменения назрели в компании, да, потому что все-таки существует какая-то даже не основа, а азбука
взаимодействия и на человеческом уровне, и на деловом уровне. И у меня складывалось ощущение в последнее время, что вот какие-то сбои в деятельности вашей компании означают, что что-то надо будет с этим делать. И я рад, что у вас эти изменения происходят. Я уверен, что в основе деятельности компании Technologica было очень много здравого и продуктивного. И я желаю вам вот на фундаменте этого всего золотого содержания, а здесь есть о чем поговорить, вы смогли, как говорится, как птица Феникс, взлететь из пламя. Вот. И я вам на этот счет желаю всяческих успехов, но тем более я уверен в тебе, я уверен в том, что ты с этим справишься. Никаких сомнений. И надеюсь, что на выставке в Бородино, которое время летит очень быстро, фактически через несколько месяцев, мы уже узнаем много нового о вас. Мы уже сможем убедиться, что то, о чем ты говоришь, будет реализовано или начнет реализовываться. И я желаю тебе всяческого успеха, как я и желаю всяческого успеха компании Technologica. Действительно интересное портфолио. Действительно, изначально я видел очень хорошее направление развития. Но, как всегда, знаешь, есть мы полагаем, Бог располагает, да, что-то получается с первого раза, что-то иногда приходится несколько раз повторить, чтобы, наконец, достигнуть своей цели. Поэтому я вам желаю всяческого успеха, Настя, и мы скоро увидимся, и я уверен, что к тому моменту у вас уже все будет хорошо. Мы удивим. Да, я очень надеюсь на это. А нам надо идти дальше.